Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого каналу. Ця розмова буде на тему фестивалів і талантів. В нашій студії сьогодні Григорій Григорович Борзенко, автор багатьох фестивалів в Україні, автор-виконавець своїх пісень і багатьох цікавих книжок. Доброго дня. Доброго дня. По-перше, я вас вітаю в Миколаєві. І незважаючи на те, що ви наш сусід наче, тому що з Херсону родом, сьогодні більшість свого творчого часу, життєвого часу ви проводите в столиці нашої батьківщини, так? Да, при всьому уваженні к своїй родині, там у мене квартира, сім'я, там моя душа, ну, звісно, для перспективи більше у Києві, і туди, і охотні, і діти, може, учасники їдуть, щоб на столичній сцені засвітитися, плюс як-то зв'язок хороший, транспортний, вони утром поїзда приїжджають, вони днем виступають на фестивалі, вечером уїжджають, економія на гостиниці, ну, нюансів куча, ну, звісно, там площадки огромні, зрителі. Ну, Григорій Григорович, на самом деле, сьогодні сучасний мир, он такой, що дуже многі границы, вони стираються, і все равно столица при этом остается самым привлекательным местом, куда таланты слетаются для того, чтобы показать себя, для того, чтобы попробовать свои силы и, может быть, найти себе применение. Но, с другой стороны, вы знаете, бытует такое мнение, что очень сложно без денег, без связей пробиться и показать себя. И, к сожалению, украинская эстрада сегодня нам демонстрирует вот, как бы топ украинской эстрады, это не всегда таланты. Вот ваша оценка. Ну, видите, тут нюансы какие-то. Где-то, может, кто-то проплаченный, где там хотелось, кто-то хочет там свою жену, там, любовницу сделать звездой, может, там, конечно, решали деньги. В данном случае я далек от этого, мне даже эта тема как бы не интересна, потому что я не владею, я стараюсь сюда и не касаться. Да? Я в основном по фестивалях, которые для талантов, где-то нет никаких денег, там бесплатные, не знаю, уж тем более, все честно, но вот те же судьи на моих фестивалях обязательно категорически не хочу знать, кто победил, покуда уже сами судьи не объявят прямо на сцене, чтобы не было сказать, о, там вот организатор продвинул. Нет, сами таланты, я не знаю, ну как можно себе бездарь радоваться, аплодировать, вот тебе вручат там гран-при и так далее. Ну есть же действительно кто-то слабый. А есть исполнитель, ну не просто он нравится, а ну видно, что талант. И даже там не заключаешь никаких ни контрактов, ничего, а стараясь ему помогать. Сколько есть таких исполнителей, которые я и по Украине где-то им организовывал концерты, где-то на те же финалы, там, например, за свой счет едут, а я стараюсь кому-то дорогу проплатить, кому-то полностью бензин есть и своей машиной, бесплатно поселить, покормить. Другие фестивали полностью бесплатно селим, кормим. Все это есть, все это продолжается уже не один год. Шановні друзі, я хотіла звернути вашу увагу і показати вам ту просто от така афішка, ту неймовірну кількість фестивалів, організацією яких займається Григорій Григорович Борзенко. І самі бачите, тут просто розмаїття неймовірне. Від того, що їх чимало, закінчуючи тим, що це різножанрові речі. Тут і джазовий фестиваль, і мото-рок-естафета, фестиваль циркового жанру, бардівський фестиваль, рок-фестиваль. Тобто, ну, неймовірне розмаїття. Григорій Григорійович, скажіть, будь ласка, а чи всі вони насправді мають такий попит? Чи кожному фестивалі сьогодні, який є в Україні, знаходиться своє місце і свій глядач і шанувальник? Ні, ну, звісно, знаходиться. Другий питання, скільки учасників, там, наприклад, на той же фестиваль цирка, учасників складніше. Ну, зрителі, то вони взахльоб смотрять. Там у мене є кадри, где видео, где прямо с открытыми ртами дети смотрят на берегу моря и так далее. Но в данном случае участнику, конечно, сложнее, но все равно я собирал и не какие-нибудь любительские коллективы, у нас там в Херсонщине есть немало любительских районных центров, а собирал профессионально высокого уровня с Донецка, с Харькова и так далее, там довольно сильно. Но опять-таки, вот вы сейчас, да, показали, вот в данном случае вы начали с этой афиши, ее, наверное, надо было заканчивать. Дело, ведь все начинается с отборочных туров, мы сейчас к ним вот придем. Я вот этот финал, понимаете, вот чем я горжусь, что не один финал в раз, вот там пыль пустить и все. А вот в каждый суббот, пятница, суббота, воскресенье, каждые три дня, начиная
Вот первых выходных лета до последних обязательно фестивали какие-то, ну не какие-то, а то, что людям интересно. И фольклорные, там вот это бабушки бурановские, я их смеюсь, а тот, который лесопед, мой лесопед, все знают, угу. знаменитый, где действительно уже в почетном возрасте бабушки, да, и так далее. Понимаете, есть молодежные те же, вот я меньше, мне меньше всего нравится там же битва диджеев, финал, а молодежь, им очень интересно, ну почему бы и нет. Я сам байкер-рокер, мне это самое близкое тема, это красиво. Поэтому у вас рок преобладает здесь. Ну да, я много лет занимался только роком и только роком. Сейчас в последнее время уже всем. Понимаете, ну не знаю, мой сам рок-музыкант, сын рок-музыкант, мне это интересно. И вот тоже сделал, тот же Херсон, вот выходит там парень с Кировограда, тогда вот он вышел, говорит, говорит, у нас даже раз в году нету ни одного рок-фестиваля, вообще рок-концертов никаких нету. В некоторых mm-hmm. только на День молодежи рок-концерты, и все. Говорит, у вас каждые две недели, это ваши знаменитые рок-дуэли премьера, из-за которых ваш Херсон называется рок-столицей Украины, не Киев, а... И говорит, вы вот сами все зрители не понимаете, какое у вас счастье. Вот к вам приезжают каждые две недели группы со всей Украины, с Молдавии, Белоруссии, из Казахстана, Прибалтики приезжают. Понимаете, вот мне кажется, вот это здорово. И сейчас тоже... Помимо вот этих роковых, ударился вот, ну, талантов, хочется тех, кто спевает, танцует. И, конечно, чем сейчас, наверное, самый мой цикавый проект, чем горжусь, вот тот, который на Крещатик, вот можно показать, mm-hmm. да, вот по субботам мы проводим Крещатик, очень много народу, рад, что, ну, не каждому там и место дают, вот как бы выбил разрешение на Крещатик, импровизированная сцена, тоже место, кстати, где караоке на Майдане, очень людное место, можно... выступать, приезжать, показывать себя, определяем победителя. Они все получают право выступить на финале летом на берегу моря. А вот тут вот фишка, да, как бы нехорошо было в столицах, а mm-hmm. все-таки горжусь тем, что не просто там вот выступили, не все, mm-hmm. а победители вот выступают летом на берегу моря, где можно и выступить, и отдохнуть летом, да. И ну, не знаю. Я вот, поняла, вот. Вы на самом деле не продюсер. Вы скорее туристический менеджер и на Херсонщину нет, свозите таланты. Нет, я, знаете, как я раньше как, ну, назвал, сам, ну, назвал продюсерский центр Григория Борзенко, сейчас думаю, нет, ну все-таки да, по моей продюсерке, ну, у меня особо продюсирование какое-то, вот я сейчас фестивальный центр, вот действительно у нас, вот фестивальный центр, что больше все-таки, хочется давать им толчок, талант. Некоторые начинали у нас, и многие, вот куда бы ни пошел, там, в том же Киеве, а вы, Григорий Борзенко, вот сейчас даже вот зашли, вот через стекло парень титры записывать, он, как увидел Григорий Борзенко, так вы из Херсона, говорит, я сейчас кину с Херсона, так мы к вам же приезжали, мы ж наша рок-группа с Николаева, кучу рок-групп с Николаева приезжало, очень много, некоторые там мальчиками, а потом уже через, я 14 лет этим занимаюсь, а потом уже становились матерыми. Я к чему говорю, что на самом деле все эти мероприятия, это не только какой-то поиск и помощь, поддержка талантам, молодым и не очень. Это еще и фестивали, благодаря которым открывается всей Украине Херсонщина. Обязательно. Я сколько хотел на том же Крещатику, говорю, можно я вот под баннер, под, на фоне баннера, у меня есть специальная конструкция 6x4, на фоне будем, напишу Херсонщина, фестивальное, туристичное Запорожье, и будем вот как, вот люблю свою батьковщину, мне там малую родину, все говорят, ну как чувак любит, вот душит, я там обязательно говорю. Мне там тот же управление областном культуре. Не надо, мы тебе сделаем, будет. Ну, до сих пор оно так и не сделали. Вот я хочу это, я хочу туда зазываю. Понимаете, может, многие не ценят. Вот недавно, я провожу, как бы так и надо. А вот недавно приезжала с Долинской группа большая, пет на Крещатик. Так и мэр полностью оплатил все, проезд, проживание, питание и так далее, чтобы они там доброе слово сказали мэру на главной улице страны, в самом сердце Украины, ему это приятно. Или, например, с Кривого Рога им всем оплатили за то, чтобы они там прочитали письмо, обращение к президенту, чтобы помог достроить им недостроенный горно-обогатительный комбинат. Вот, может, звучит наивно, хотя, ну, почему бы нет, это напротив киевской администрации, там, хотя по субботам, это выходной день, но там часто приезжают крутые машины, люди солидные выходят. Вот кому-то в око, как говорится, чевуха, запало бы это. Так я к чему же? Мы, кажется, так и надо. А люди как ценят, что на главной улице можно страны, там, туда-сюда телекамеры ходят, там, раз за разом пристают центральный канал, а можно у вас там интервью, там, или там. Понимаете, вот хотелось бы наши херсонские те же, я в другой раз говорю, ребят, вот могу вот эти растяжку, не видно, вот просто моих друзей, которые их просто знак уважения. Там, вот ваши или херсонские.
голливудских спонсоров или какие-то, пожалуйста, на всю Украину будет видно. Ну, как бы вот это, никому ничего не надо, никто ничего не поддержит. И, конечно, все самотужки, своими силами. Это вот смущает, если честно. Ну, вы знаете, на самом деле это ведь нормальная практика мировая. Во многих европейских странах нет министерств культуры, управления культуры нет. И действительно, очень много и профессионалов, и энтузиастов занимаются всем лично, сами, не непосредственно. Вот так, как это делаете вы с вашим продюсерским центром, с этими фестивалями, которые вы организовываете, проводите. Это, я еще раз подчеркну, это нормальная практика. Другой вопрос в том, чтобы действительно в процессе работы вы могли встретить, вы могли помочь, вы могли поддержать настоящий талант. Это очень важно. А таких достаточно много. На любом мероприятии, в любом областном центре, я абсолютно уверена, достаточное количество людей, которые демонстрируют прекрасные вокальные данные, хореографические таланты, пластику сценическую, все что угодно. Вы вот... Вот этот проект «Покажи талант миру», он в Киеве проходит. А есть ли какой-нибудь такой проект, есть ли какая-нибудь такая возможность для тех, кто живет в областных центрах, далеко от столицы? Вот вы говорите в Киеве. Вот я хотел бы, чтобы Киев еще показали. Вот где-то на летних площадках мы специализируемся open-air на открытых площадках. Вот Марининском парк, самый центр Киева, открытая площадка, вот там вот эти центральные каналы, он видно 1+1, пятый канал, вообще он ихняя тарелка, они прямую трансляцию вели. Ну, не все мероприятие, а сюжет трехминутный вышел. Я к чему? В принципе, они все, люди милые, родные, они все уже и раньше делались по разных городах. Вот тут вот борочные туры, например, «Певучий край», я провел фактически по всем ранцентрам города Херсонской области, где на площадях перед районными дворцами культуры пели местные таланты, выбирали лучших, это было здорово. Их друзья поддерживали, знакомые. Плюс мы своих возили, вот мы их афишировали, звезды. А звезды — это те же наши, лучшие, понятно, которые там, ты, девочка 8-летняя была, которой мы платили им еще маленький гонорар за то, что они выступали там. Вот как-то спонсор нашелся и так далее. Понимаете? И они за того, что мы их вот поощряли, за то, что они такие талантливые, они как звезды, мы их возили вот мной. Также самые разные делали по других городах. Это же не раз было, в том числе когда-то с передвижной сцены приезжали к вам, Николаев, на улице Суворова, прямо по центру ставили. Вот сейчас я предлагаю. Вот улица это же самое. Суворова в Херсоне. Ой, Суворова, Советская, я предошел. Ну, и Суворова делали мы в Херсоне перед парусом. Таких очень много. По других городах, тут даже, если можно, вот там даже видно, Николаев на какой-то... я не взял ее с собой. Да. Или вот здесь, может быть, нет. Ну, вот здесь, во всяком случае, вот на этой афише фестиваля «Зеркова Хвиля» есть наша землячка, да, Юлия Кувшинова. Вот да. Правда, сейчас она несколько по-другому выглядит, продемонстрировала характер, волю, и выглядит сейчас абсолютно по-другому, блестяще просто. Ну, вот на «Зерковой Хвиле» выступала. Я имею в виду, что вот такие же отборочные туры, как «Покажи талант миру» в областях, могут быть? Так, ну, не только могут, я же продолжаю. Я начал, что они уже были, во-первых. Во-вторых, сейчас уже все мне города расписаны. Мы будем эти отборочные туры «Покажи талант свету» проводить по разных городах Украины. Вот в Львове уже забита дата, Харьков, Одесса и так далее. Мало того, вот сейчас, ну, могу предложить вам уже решать. Вот это как вот я показываю красивая картинка на Крещатику. Вот можно такие вот бідберкові тури делать у вас в Николаеве при підтримці вашого, не при підтримці, мы можем какой-то новый проект придумать. Сейчас же модно вот эти песенные шоу и 1+1, и там и X-Factor, кстати, вот недавно на X-Factor было, талант как бы продвигал свой, который понравился, мне все встречают. Ух ты, видел вас на X-Factor. Говорю, так не я ж пел, моя подопечная. Но не в этом дело. Я в том плане, что можно вот было бы или отдельный проект придумать, или это в помещении в зале, или у вас на той же улице Советского с потеплением, вот такой, как они приезжали в Херсон на площадях, как они приезжали в Киев, можно было попробовать вот там, ну, у вас телеканал там «Збирає друзів», например, такое название дать. Мы могли бы вот такой сделать проект, потому что очень хочется
картинка, понимаете? Вот я люблю это дело. Вот первые зеркала хвыли, вот я, у меня своя телекамера есть профессиональная. Позвал еще 4 людей. Вот мы сами, просто им заплатил, сами сняли, сами смонтировали. И там такой качественный продукт получился, что телеканалы Херсонской брали по несколько, по 5 раз на день и в правильное время. И при этом удивляюсь, когда там местные нас, имея такие огромные возможности, снимали, мягко говоря, очень слабенько, на слабеньком уровне. Вот я к чему, что вот у вас возможности такого канала. Вот давайте, может, задумаемся, участие, выберем ваши таланты, повезем их по Украине. Ну, не знаю, куча мусти. Я вот руки, что-то делать, да? Тянутся, что-то делать, если нет работы, я готов чокнуться, то доволен. Вот в данном случае примените мой энтузиазм, чтобы на фоне баннера Николаевщина запросили. А финалы будем у нас делать. Нет работы. 12 фестивалей в течение лета. Для того, чтобы они каждые выходные состоялись, то в течение всего остального года, все остальные 9 месяцев, нужно, не покладая руки, работать для того, чтобы что потом делаем? Каждые выходные на протяжении летнего сезона делался фестиваль. Это просто невероятный труд. Я даже не могу представить себе тот объем работы, который нужно в течение года. Вот вы сказали, нормальная практика насчет, что сами своими силами. Мне в другой раз берут интервью. А я к вашей творче, вот я говорю, ребята, творче занимает 1%, а 99% вот где-то взять бы деньги, чтобы заплатить за звук, за свет, за сцену, за то-то. Так что тут голова раскалывается. Я просто где-то раз вижу, когда бывает там, что-то такое-то пустышное мероприятие, куча денег вложено спонсоров, оно прошло, другие говорят, а зачем сколько тратить? На этот день можно было сколько фестивалей провести? Но это я к слову, я тут не плачу, я думаю, 14 лет этим занимаюсь. Вот насчет талантов, действительно, сколько поддерживаю их, им начать, вы знаете, начать с чего-то, даже вот на эмблеме вот этот мальчонка, он 10-летний с бас-гитарой, вот, собственно, в свое время это вот речь о моем сыне, в свое время он создал группу, и это один, это они 10-летние, объездили всю Украину, его, моя, конечно, заслуга, что им помогал это, туры делать и так далее, а он сам автор слов музыки, так вот, и он и свои 10-летние, потом у него был проект, где он был там один 12 лет ему, а им остальным музыкантам по 25, по 35 лет. Вот я к чему, что вот начал вот тут маленьким, а сейчас вот добился человек, был тоже в Херсоне, поехал туда, в Киев, полгода побыл там, набирался новый состав «Виагры», а то хочу Кости Меладзе, есть такая передача была, и набрали новый состав. Все же понимают, что крутая. Вот выбирали тех же басистов, все кинулись, и Таисии, и Павали, Могилевского, молодой парень их обошел, и сейчас они с «Виагрой» путешествуют по всему миру, в Дубае за полгода там в «Виагре» купил иномарку и так далее. Я к чему что? Добивался пацан, шел к этому, они сейчас по всему миру полные стадионы там через залы собирает, он балдеет. Все можно добиваться. Никогда не... Вот он маленьким начал. Я вот, мой пример, от чего я сейчас, понимаете, никогда не поздно. Вот те же книги, хотелось скользь за них скажем. Те же книги, я им почти в 40 лет начал писать книги. За это время вот куча романов, можете показать, написал, которые вот сейчас и в Украине издаются, и в России, и американские издательства, и так далее, и так далее. С других стран мне звонят, когда будут ваши... Понимаете, и написал их кучу, в том числе там серьезный исторический роман, и тот же «Судный день Англии», это тетралогия, там 4 романа по 600-800 страниц. И исторический роман, Оливер Кромвель, Карл I, II, я с утра до барак в библиотеке документальной книги, всю ночь просидел, детали быта тех времен я понимал, что подписал, чтобы достоверный роман был. Утром уже рассвета, я еще, понимаете, вот сильный вечер сделал так. И тут, вот я буквально полтора года назад вот влекся сочинительством песен, вот казалось бы, и вот насколько с души поперло, если можно так сказать, и насколько, я в принципе думал для группы своей, которые наберут, как тоже Кости Меладзе, они будут петь мои песни. Начал ради пробы петь на том же Крещатику, многие приходят, говорят, мы приходим только ради того, чтобы послушать ваши песни, не трогать за душу, разрывает. Спел там на день к «Голой пристани», организатор говорит, вот звонков нет, вот отбоя, все спрашивают, кто вы такой, где узнать ваши песни, ваши телефоны. Там город Вышгород недавно были, мы неделю назад спели, спел там последним, потом начали дискотеку крутить, все остановили дискотеку, пускай он еще поет. Я к чему, что я на данном случае себя не захвалю, мне это не надо. Я просто к тому, что никогда не поздно. Вот я, мне на сцене
сцену я меньше всего стремлюсь, а для других. Но я вижу, оно востребовано. Я сейчас думаю, и сам ездить с концертами по Украине. Я вижу, оно интересно. Если кому-то интересно, наберите в поисковой системе автора и исполнителя Григорий Борзенко, слушайте, если они вас преднесут удовольствие эти песни, я буду рад. Это особенно женщина, посвященная любви, они умиляются от этого. Вот я к чему, что можно дерзать, и все можно в этом мире достичь. Киркорова там 40-45 лет покидает большую сцену, я уже старый, а я в своем возрасте только начинаю. Все можно, милые люди добрые, лишь бы только хотеть. Григорий Григорьевич, я смотрю на название книг, на обложке, которая вот здесь, на этом небольшом плакатике. А вы в детстве сами искали склады? Ой, вы знаете, я не, конечно, искал, это, но я не сколько хочу клады искать, сколько хочу их, наоборот. У меня в каждой книге зашифрованы места, конкретные места, где они есть, и не только в Украине, вы понимаете, что и не только в России, я бывал и за границей. Вы сейчас провоцируете волну кладоискательства. Ну, безусловно, интересы к книгам. Понимаете, я, знаете, с какой договорю тогда, коротко, коль вы спросили. Так там они, понимаете, и, если честно, нескольких мест есть там, где конкретно спрятано. Но несколько мест в книгах, за романах много, зашифрованы места, но там ничего нет. Я это специально зашифровал с расчетом, что я найду спонсора, где, например, там, может, и не надо много, тебе банки какие-то, какой-то там банковский слиток, пусть небольшой, но я ее таки спрячу, и эту рекламу этого банка на обложках книг, понимаете, и а для читателя это будет изюминка обалденная. Вычитать не просто так, ну, найти это место, понимаете, это интрига, как там знаменитый пират, не помню, Вассерман, я же сейчас не боюсь спутать его фамилию. Вот все знали, что он несметные клады, он за свою жизнь там на... Никто не знал, где, уже вот его за это пиратство вешали, уже за миг до своей смерти, когда его там уже сейчас петля затянется. Мой клад найдет тот, мои сокровища достанутся тому, кто расшифрует это. И бросил толпу, что вот здесь фото собралось, вот эту карту. Так она вот будоражит, уже это 1600 год был, она до сих пор будоражит и сознание этой кладоискателя. Я хочу, чтобы мои книги будоражили тот что-то. Потому что есть эти места. В некоторых кое-что есть, а в некоторых нету. Я не буду обманывать. Ну, там, если банки, кто-то банкиру слышит, скажет, мил человек, давай нашу растяжку мою там на Крещатику по всей Украине, на моего банка, а я тебе там пару слитков. Я даже их себе не возьму, чтобы вы понимали. Мне спрячь. Интереснее туда спрятать вот эти слитки. Вот на ходу гляньте. С телевидения, может, я удачу, Николай. Сейчас с телевидением вашим будем делать программу музыкальную, с вашими николаевскими банкирами будем и книги. И... Ну, я шучу, конечно, да, хотя почему бы и нет. Это так немножко вы наперед забежали, хотя почему нет? Ну, вот, почему нет? Ваш пример показывает, что если не только мечтаешь, но и прилагаешь какие-то усилия, то мечты становятся абсолютной реальностью, жизнью, которая рядом с нами. И ведь на самом деле... И правда, если подумать, необычного ничего нет. Да, нужно оказаться в нужное время, в нужном месте. Но к этому нужно тоже прилагать усилия. Чудес ведь не бывает, правда? Или бывает? Ну, мое подтверждение, ну, может, это глупое сравнение, но подтверждение мое может быть доказательство этого. Мне, когда я начинал, говорят, не, что ты делаешь? Для того, чтобы начать делать фестиваль, надо мне там не меньше там 100 тысяч гривен, то да, 100 тысяч долларов. Не кишелечек, а мешок. Да, 100 тысяч долларов, такими умными лицами, да, понемножку, понемножку. Может, я вообще тут больше дымился и не стремился. Вот мне нравилось это, эти рок-дуэли, сколько лет я проводил у Киви. Ну, нормально все было. Сейчас вот где-то вижу на более высокий уровень выхожу и так далее. Понимаете, и не надо там каких-то заумных денег. Может быть, понимаете, все можно при желании. Мой дедушка говорил, вот ты задумал что-то делать? Считай, что ты полдела ты сделал, что у тебя уже желание есть. Ну, все можно. Ты вот захотел книги, ну, сделай их. Тоже ж, ничего не имея, тоже ж американский издатель высылает в долларах там авансы, гонорары и так далее. Может быть, когда ты раскручусь, они меня сделают не только знаменитым, богатым и так далее. Те же фестивали, сейчас вот начал там петь. Ну, кто-то, я и сам себя могу, ну, какой-то продюсер, вот как Антитела к вам недавно приезжали на площади, выступали. Просто человек с кошельком услышал их, они в каком-то пабике, в них был первый концерт. Опа-на, вы мне нравитесь, ребята, вложи вас денег. Вот кого-то там зацепит душа и так далее. Григорий Юрьевич, мне, знаете, что мне нравится? Вот можно же, да, возраст вас назвать 58, да, вам сегодня? 58 лет, и вы говорите, когда-нибудь вот это сделаем, когда-нибудь это... То есть совершенно, абсолютно вы не думаете ни о возрасте, ни о том, когда начинаете, что вот как бы в 57... Ну, не начинают вроде бы как люди петь.
Мне вот это нравится, что вы не ощущаете возраста и абсолютно спокойно, абсолютно нормально реализуете все, что вам хочется сделать, все, чего ну, вы понимаете, ну, даже не хочется, я сколько было разных интервью, разговор, как вот первый раз заговорили о возрасте, может, я, конечно, не девушка, но если честно, абсолютно об этом, я там до 30 лет ухолостяковал, сейчас я только ту же певческую карьеру начинаю, только мне уже нравится, ко мне после концерта девочки обнимают, потому что песня «Сном женщина», вот как Стаса Михайлов все любят, тут говорят, ну, тебя цепляет еще больше, мне уже нравится, как они меня обнимают, целуют, благодарят за эти песни, я уже тут гуляю, такую жизнь задумал. А вы меня тут за возраст. Да я только по-рубоцки начинаю свою карьеру, так сказать. Удачи вам, успехи. На жаль, вичерпана час же нашу сьогоднішню програму, але ви надзвичайно позитивна людина, і я впевнена, що все, про що ви собі думаєте, все, що ви собі плануєте, це обов'язково буде виходити. І я справді сподіваюся, що Миколаїв долучиться до ваших вже наробок, напрацювань, внесе свої якісь, и разом и с нашими талантами, и вашими умениями мы подкормим Украину. А вот, пользуясь случаем, приглашаю ваши таланты. Ребята, очень все просто. Набирайте там, например, в том же ВКонтакте. Григорий Борзенко, высветится моя страничка с этим желтеньким кружочком, с тем сыном из «Заебал гитары». Там все телефоны, все. Подавайте заявки на участие. И тур, обязательно один тур, это несколько сделаем здесь у вас, у Николаева. Обязательно можете приехать в Киев или там куда-то, может. Понимаете, обязательно пригласим вас летом. И мы лучше отбираем, и сейчас мы туры будем делать. Придет лето, обязательно по Украине. Так же, как я делаю, там летом приезжают. Вот лучших отбираю, опять-таки. Предварительно объезжаю Скадов, все курорты, Геническ, Арбатскую стрелку. Угу. И мы ездим с этими артистами, я даю им возможности заработать, покатать. Будем лучших отбирать, будем вам все делать. Пожалуйста, участвуйте в наших проектах, в совместных проектах между Борзенко Рекордс и ТРК, ваш любимый телеканал. Дякую вам за нашу сьогоднішню зустріч, за плани, мрії, перспективи і реальне життя, в якому все це збувається. Дякую. Спасибо. Дякую і вам, що ви були разом з нами. Не треба тільки мріяти, треба діяти, і у вас теж все вийде. Хай щастить в ефірі, побачимось.